Ненецкий округ в этом году впервые присоединился к акции «Литературная ночь». Она приурочена к Пушкинскому дню и Дню русского языка в России и собрала сегодня любителей словесности на встречу с любимыми литературными героями и писателями региона. Я с Пушкиным знакома с ранних лет. Его стихи читала в детстве мама. И то, что он прекраснейший поэт, мне кажется, с пеленок уже знала. В Ненецкой центральной библиотеке имени Пичкова состоялся цикл мероприятий «Я в гости к Пушкину спешу». Сотрудники библиотеки подготовили для читателей конкурсы, игры, викторины на знание произведений великого русского поэта. И, конечно же, на празднике можно было услышать множество стихов Александра Сергеевича. «Зачем вы посетили нас, лучше забытого селения? Я никогда не знала б вас. Не знала б горького мучения, души неопытное волнение, смирив со временем, как знать?» Акция «Литературная ночь» впервые прошла в Нижегородской области в прошлом году. В 2016-м на призыв коллег откликнулись Волгоградская, Калужская, Костромская, Самарская и Архангельская области, Республики Крым и Карелия, Ненецкие и Чукотские автономные округа.